Das Kreuz markiert das Versteck. Ich will hier raus! Keine Angst, Jessica, wird nichts passieren. Das Scheißding holt auf, Spence! Genau das will ich! В главной роли Терри Халк Хоган. «Гром в раю». В фильме также снимались Феличита Вотерман, Крис Лемон, Кэрол Альт Патрик Макни. Режиссеры Майкл Берг и Дуглас Шварц. Спенсер, ты самый безрассудный и безответственный человек, которого я когда-либо знала. У вас слишком спокойная жизнь. Что мне еще сказать? Я не позволю тебе продать мой отель какой-нибудь корпорации. Я обещала своему отцу. Ты должна уважать условия завещания. Скажем так, Спенс у нас на крючке. Ты заплатишь мне, если я женюсь на тебе? Если ты не достанешь деньги, то потеряешь катер. Если я не выйду замуж, то потеряю отель. Клянусь любить тебя вечно. Это ключ к состоянию в миллионы долларов. Мое ожерелье! Ты украл ожерелье моей дочери! Сошлось. Пора идти. Итак, ожерелье — это головоломка. Но это никак не объясняет, почему за ним охотились эти люди. Решим задачу, может быть, и узнаем. Сошлось. Пора идти. Дорогая, уже поздно, нам нужно идти. Джессика, прости, я думала, ты говорила со Спенсом. Ведь сегодня ваша первая брачная ночь. Сошлось. У меня тоже. Наверное, это лицо, глаза и рот. Нет, я знаю, что это. Это карта. Похоже на острова Сарасоты. Мы с отцом удили там рыбу. Правильно. Я знаю. Вот они.
Это Брюи Келли. Посмотрим, что удалось ему узнать. Это ожерелье изготовил заключенный Эндрю. Эндрю Гилмор. Когда он сидел в тюрьме в Сан-Квентин. В тюрьме находится оружейный завод, и каждая пуля, сделанная там, имеет свой код. Умница, правда? Смотри. Б3, башня номер 3. С3, склад номер 4. Видите? Кто такой Гилмор? Он был осужден за организацию ограбления суммой в 3 миллиона долларов 20 лет назад. Но главное то, что он принимал участие в десятках других подобных преступлений. Миллионеры, музеи, алмазные копии. Никто не знает, где находится это добро? Добро? Трофеи. Добыча. Награбленное. Клад. Богатство. Бриллиант. Жемчуга. Полиция так ничего и не нашла? Нет, но это еще не все. Гилмор был убит в тюрьме, после того, как изготовил ожерелье из медных болванок. Это ожерелье так и не нашли. Гилмор спрятал свои сокровища на одном из этих островов. Точно. Но здесь нет никаких знаков. Нет, есть. На другой стороне тоже карта. Спенс, подвинься. Смотрите, здесь крестик. Готовь гром. Мы отплываем завтра утром. Нет. Да. Забудь об этом. Я еду. Не едешь. Еду. Я сказал нет. А я сказала да. А я сказал нет. Не пойдет. Я еду, потому что владею 51% этого катера. Хорошо, хорошо. Ты можешь поехать. Только на условии, что не будешь капризничать и говорить под руку. Кроме того, ты обязана подчиняться моим приказам. Есть, сэр. Мне еще надо кое-что сделать, а ты пока подержи. Почему он такой грубый? Грубый? Спенсер, почему ты такой грубый? Садитесь, поехали. Быстрее. Это нечестно. Это мое ожерелье. Я должна была тоже поехать. Не все так просто. Это дело взрослых, а не маленьких девочек. Все равно нечестно. Если бы они собрались в свадебное путешествие, ты бы тоже поехала. Брю тоже бы не поехал. Не думаю. Надеюсь, совместное приключение заставит их полюбить друг друга. Не понимаю, Джесс. Они же женаты. Почему все делают вид, что я ничего не знаю? Я знаю, что они поженились, потому что этого требуют условия завещания моего дедушки. Ну, что ты об этом думаешь? Я чувствую себя как Хейли Миллс в приключениях родителей, за исключением того, что я всегда одна. Но этого достаточно. Достаточно. Иди ко мне. Медленнее нельзя. Ну давай, иди. Отпусти меня. Отпусти меня. Большое спасибо. Какой красивый рисунок, Джессика. Благодарю за подсказку. Мы отправляемся. Широта 53 градуса. Долгота 78.
Вот он. Где, где? Вон там, вон там. Остров и катер. Собирай людей. Грузи оружие. Мы отправляемся. Да. Сейчас мы покажем тебе гроб. Осторожнее. Пошли быстрее. Это что, необитаемый остров? Чем-то мне это напоминает семейную прогулку. Это здесь. Нет, вон там. А я говорю здесь. На карте крестик, где-то посередине озера. А озеро мы прошли 40 минут назад на той стороне острова. Прекратите ругаться. Меган, предлагаю тебе сбавить обороты. Большое спасибо. Она ведь твоя жена. О, Боже. Взбирается на пальму. Слезай. Нет. Вставай. Что ты делаешь? Крест здесь. Это я нашла. Спенс, Спенс, я тебе помогу. Толкайте, толкайте. Поднимайте, поднимайте. Меган, а вот и озеро. Бросай рюкзаки. Хорошо. А теперь миссис. Готова, я держу тебя. Держу. Осторожнее. Держу, держу. Спускайся смелее. Вот так. Молодец. Вот и хорошо. Неужели ты боишься змей? Мне не нравится, когда меня хватают за ногу. Я это учту. Спенсер, можно минуточку твоего внимания? Смотри, мой друг.
сокровище. Ух ты, тяжело. Напоминает рочь перед Рождеством. Этот грабитель умно поступил, что закатал ящики в два слоя брезента. Осторожнее. Что это? Минуточку, Спенс, прежде чем начать, я хочу сказать, что я очень волнуюсь. О, боже. Боже мой. Жемчуг. Монеты. Вот она и расплата за преступление. Бросьте оружие. Он сказал, бросьте оружие. Ты меня слышал? Я сказал, бросьте оружие, или я пристрелю твою жену. Хорошо. Брось оружие, Брю. Брось пистолет. Бросайте все оружие в грязь. Вставайте. Медленно. Я их держу. Отлично. Ты же у нас командир, сделай что-нибудь. Не могли бы вы взять ее с собой на обратном пути? Я не хочу разлучать новобрачных. Я злой, но не жестокий. Кроме того, у меня на корабле ее дочь и подруга. Что? Как ты думаешь, мы вас нашли? Скотина! Если хоть волос упадет с их головы, клянусь, я найду тебя и перережу тебе горло. Ты, девка, давай, шевелись. Пошевеливайся. А вы? Пакуйте все. Драгоценности, деньги, бриллианты, ключи от вашего катера. Кладите их в сумку. Привяжите к веревке. Вы собираетесь украсть наш катер? Пристрелите бабу. Хорошо, хорошо. Положите оружие в сумку. Медленно. Я сказал медленно. Быстрее. Вот так, аккуратнее, аккуратнее. Спокойно. Берите пальцы на спусковом крючке. Замечательно. Это все наше. Поднимайте. А теперь замуруйте дыру. Быстро. Извини, парень. И были они неразлучны до самой смерти. Дышите глубже. Давайте, давайте. Замечательно, просто здорово. Знаете что, ребята? Нам отсюда не выбраться. Должен же быть какой-то другой путь. Нам нужно выбраться отсюда. Не беспокойся, мы найдем выход. Верь мне. Спенс. Это морская вода. Отличная лодка. Ваш вес и параметры не соответствуют координатам владельца корабля. Введите идентификационный код. Не катер, а космический корабль. Файл не найден. У вас есть 20 секунд, чтобы оставить катер или ввести дополнительный код. Через 20 секунд он выкинет нас за борт? Десять секунд. 5 секунд. 4, 3, 2. Последнее предупреждение. 1.
Мы должны вернуться на корабль и взять этот катер на буксир. Поехали, поехали. Есть, сэр. Что он делает? Разогревает кровь. Это озеро выходит в океан. Когда Спенс найдет выход, нам останется только следовать вдоль этой нити. Сколько он продержится под водой? Не волнуйся, он плавает как рыба. Здесь есть выход. Меган, ты должна расслабиться. Запомни все, что я тебе сказал. Как только мы погрузимся в воду, выдохни. Когда я дам сигнал, сделай глубокий вдох и ныряй с нами. Воздуха нам должно хватить, чтобы добраться до выхода. Если, конечно, ты не заблудишься. Спокойно. Меган, сделай это ради Джесс. Меган, все в порядке. Три глубоких вдоха и уходим под воду. Готовы? Раз. Два. Три. Look.
Клади ее на песок. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Давай, дорогая, давай. Давай. Расслабься, расслабься, спокойно. Джессика! Где Джессика? Спенс. Мы должны пробраться на наш катер. Но как? Они нас заметят. Подплывем к водолазному люку под кормой. Через эту трубку будем дышать. Держись за меня и Брю. Мы должны быть вместе. Ты в порядке? Да. Спенс. Нужно прогреть двигатель. Давай быстрее. Почему бы нам не вызвать береговую охрану? Потому что они их сразу заметят. Это может навредить Джессике. Я спасу твою дочь. Будь осторожен. Окажи мне услугу. Спаси Келли тоже. Хочется надеяться, что у меня тоже будет медовый месяц. Заводи гром. Он должен быть готов к отплытию. Уже завожу. Что ты делаешь? Наношу боевую раскраску. У тебя хорошо получается. Ты заслужил мое уважение. Рад тебя приветствовать. Папа! Ты получил то, что хотел. Отпусти нас по-хорошему. Со мной так не пройдет. Свяжите его. Акулы проголодались. Нет. Папа! Морской десантник, как насчет морского покойника?
Пожалуйста, остановитесь. Заткнитесь. Он готов, мистер Килмер. Ты можешь убить меня, но сначала отпусти их. Заткнись. Нет, прошу вас. Я хочу сказать тебе последнее прости. Нет. За борт его. Папа, вы не посмеете. Посмеем. Нет, папа. Готовы? Папа. Раз. Два. Нет. Три. Что это? Черт, черт, черт! Что это? Что это? Это Спенс. Вы хотели быть вместе? Что? Ничего личного, только бизнес. Давайте, давайте, быстрее. Нет. Нет! Приятного путешествия. Джессика! Нет! Доченька моя, ты в порядке? Я так испугалась. Я сам. Что ты делаешь? Искусственное дыхание. Мне не нужно искусственное дыхание. Спасибо, Брю. Спенсер, я даже не знаю, что сказать. Ты думаешь позже. Брю, проводи их в рубку. Я буду спасать тебя всю жизнь. Заводите двигатель, мы отплываем. Есть, сэр. Курс на Панаму. Да, сэр. Пристегни их. Не жмет? Гром пойдет на максимальной скорости. Будем надеяться. Все в порядке, брат. Изображение на экране. Внимание, я нажимаю на газ. Что? Что происходит? Глазам своим не верю. Принеси стингер. Уничтожь их всех к чертовой матери. Несу, несу. Давай, быстрее, быстрее. Целься, целься. Я их вижу. Давай. Давай, давай. Огонь. Реактивная ракета. Удар 15 секунд. 14, 13. Выжимай максимум. Давай. Неисправность гидротяги. 9, 8. 5, 4, 3. 2, 9 десятых. Черт побери. 8 десятых. 6 десятых. 2, 5 десятых. 2,4. Стингер летит прямо на нас. Я придумал. 3,1. 1,9. 1,7. Что он делает? Что
Одна секунда. Они возвращаются. Спасайся, кто может. Сматываемся. 0.5. Две десятых. Столкновение неизбежно. Сообщите береговой охране, что они могут ловить барракуду голыми руками. Спенс, а как же сокровище? Счастье не в этом, Брю. Дорогая, почему так долго? Ты выглядишь потрясающе. А ты был потрясающим сегодня, дорогой. Не хочешь шампанского? Возможно, потом. Хорошо. Дорогой. Дорогой. Ты меня обманул? Они обнаружили камеру? Все это спектакль. Никто никогда не находил моих камер. Я же просила имитировать любовь. Мне кажется, зря ты сообщил им, что обнаружил камеру. Так мы никогда не узнаем, какими могли бы быть их настоящие чувства. Лола, не могла бы ты нас на минутку оставить, чтобы я мог показать мисс Ларю, какими могут быть истинные чувства? Лола, не уходи. Дружеская ничья. Им удалось провести дядю Эдварда на этот раз, но он на этом не остановится. Я тоже. Я надеюсь получить награду за то, что спас твою жизнь. Если бы ты не подарил Джессике это ожерелье, ничего бы не произошло. Дорогой, я так люблю тебя, я так рада, что мы поженились. Это не спектакль. Они действительно любят друг друга. На русский язык фильм озвучен фирмой «Дважды два Телемаркет» при техническом содействии студии АВК.